Ну, во-первых, это хорошая степень организации, так сказать, соблюдением всех правил, которые установлены и Конституцией Республики Беларусь, и другими правовыми актами. Достаточная информация о кандидатах, свободный доступ в кабинки избирательные, возможность, так сказать, работать с избирательными бюллетенями. А что еще нужно для того, чтобы избирательные участки работали хорошо? Мы обращали внимание на то, что есть ли возможность, скажем, избирателям с ограниченными возможностями проголосовать на дому. Условия есть, ни о каких жалобах мы не слышали. Технологически голосование организовано в соответствии с законами Республики Беларусь. Вот хочется верить, что будут избраны те люди, которые соответствуют взглядам избирателей и которые отражают их видение будущего. Пока что мы видим, открытие, начало избирательного процесса на участке номер 168, на котором мы присутствуем, идет в полном соответствии с законом. У меня никаких замечаний по этому поводу нет. Есть удовлетворенность хорошим настроением, с которым пришли люди на избирательные участки, с хорошим настроением комиссии, с хорошим настроением наблюдателей, которые тоже, в общем-то, отмечают, что весь избирательный процесс, ну, пока идет в соответствии с нормами. Мы сегодня посетим порядка 10-15 участков, посмотрим, как будет идти процесс, присутствуем на закрытии одного из участков, посмотрим, как будет проходить подсчет. Более 1000 международных наблюдателей находятся на территории всех регионов Беларуси. Я считаю, что это показатель открытости, который, в свою очередь, подчеркнет ту легитимность проходящих сегодня выборов. I always would like to underline that мы хотим подкреслить, что election observation mission is миссия по назиранию БДИЧ – это долготерминовая миссия. So our colleagues already arrived in the country mid of October, приехали 15-го кострищика, и мы застоим тут до конца листопада. So that makes that we actually observe the pre-election period. Таким чином мы назирали и передвиборчу кампанію, early voting, election day, так само раннє голосування, and the post-election period. І так само, we're not only перед, here, після виборів. We always say, you know, if there's early voting and also election day, it's only a tip of the iceberg. Відповідно, коли є термінове голосування, це тільки верхушка айсбергу. Як ви знаєте, коли ми кажемо про увесь виборчий процес. And to already now say something about the voting process, for us it's too early, because we want to have a full overview of what's happening. If I would say something about one polling station, that maybe could be totally different in another polling station. So then my conclusion would be too soon to say something. So we first collect all our observation forms. Відповідно, спочатку ми збираємо всі форми. And based on that we will then conclude how the process went. І потім можемо зробити висновок.